расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Вот для начала, как вы пришли в Тосно, сколько вы там отыграли и где вы сейчас? Пришел в Тосно в конце августа прошлого года, отыграл до конца ноября тоже того года. В команде был до января конца, затем со мной не стали продлевать контракт и ушел из команды. Сейчас в Эстонии играю в команде Нарва Транс. Сегодня вы смотрели, как играют ваши бывшие коллеги Тосно. Ощущения, впечатления, уровень возрос, упал? Ну, мне кажется, уровень тот же, который был при мне. Понравилось, обрадовался, что команда победила. Поздравляю всех игроков, руководство клуба. Очень рад, что сегодня Тосно удалось победить. Но вы наверняка предугадывали некоторые действия своих бывших коллег, потому что играли там, да? Вы знали, что вот сейчас один побежит туда, другой туда, третий будет забивать? Ну, примерно знал. Но на самом деле команда немножко изменилась по сравнению с тем, когда я там был. Но многие остались. И так знал, кто как играет. И предполагал, что Тосно сегодня выиграет. Хабаровск очень неплохая команда. И местами, временами владел преимуществом и был сильнее. То есть победа очень сложная, трудная. Я думаю, болельщикам матч понравился. Много голов, интрига до конца держала в напряжении. То есть матч удался. Ну и сравнить все-таки эстонский футбол и наш, в частности, ну, российский. Ага. Какие-то отличия принципиальные есть? Да принципиальных нет, но здесь просто более квалифицированные футболисты, вот ФНЛ России играют. Ну, а там такой более силовой, что ли, футбол с большим браком в передачах, с потерями мяча. То есть здесь, конечно, уровень мастерства футболистов выше, и смотреть зрителям здесь интереснее. Нет, в Эстонии пока еще неизвестно, но до ноября у меня контракт, а там видно будет, не хочу загадывать. Ну, хотелось бы вернуться. Вернуться бы хотелось, да.